Всем привет! Сегодня видеорегистратор – вещь незаменимая. Он должен быть в каждом автомобиле, чтобы в случае непредвиденной ситуации иметь возможность доказать свою правоту. Регистратор можно использовать в качестве обычного зеркала. При отключении картинки запись продолжается. Устройство закрепляется поверх штатного зеркала, не мешает обзору дороги и сделано по принципу «все в одном». Установлен процессор Novatek 96565, матрица от Sony IMX327, разрешение видеозаписи Full HD 1920x1080 при 30 кадров в секунду. Угол обзора основной камеры составляет 170 градусов. Есть выносной блок GPS и оповещение о камерах. Питание реализовано посредством суперконденсатора, который не подвержен к перепадам температур. Дисплей сенсорный размерностью 9,66 дюйма, поддержка карт памяти до 128 гигабайт. Масса составляет 318 грамм, а размеры 286 на 41 и на 72 мм. Видеорегистратор оснащается выносной камерой с разрешением Full HD, управляется с мобильного приложения через Wi-Fi и очень удобной и полезной функцией станет GPS-оповещение о приближении к комплексам видеофиксации. Устройство поставляется в фирменной упаковке с детальным изображением гаджета и задней камеры. На боковых частях можно увидеть краткие технические характеристики и основные возможности, которые выделены в отдельные пиктограммы. Хочу отметить, что есть версия видеорегистратора без GPS-модуля, и поэтому он будет стоить дешевле. В видеорегистраторе есть функция VDR, благодаря которой запись будет производиться без засветов и бликов. Также есть G-сенсор, который в случае резкого удара сохранит запись в нестираемую область памяти. В комплектации есть салфетка для протирки зеркала, цветная инструкция по эксплуатации, она выполнена полностью на русском языке и в ней подробно указано, как произвести основные настройки. Устройство очень напоминает штатное зеркало, но чуть больших размеров. Для установки используются резиновые стяжки. С задней стороны устройства размещаются мягкие накладки, которые не поцарапают штатное зеркало при установке. На тыльной стороне размещается объектив камеры, его можно вращать из стороны в сторону для придания лучшего обзора после установки на штатное зеркало. На тот случай, если штатное зеркало слишком большое, то объектив устройства можно выдвинуть и настроить по необходимой ширине. Также можно увидеть штатный динамик для оповещения. На верхней грани размещаются все интерфейсы подключения, сделаны они таким образом, что перепутать при подключении не получится. Здесь же довольно большое количество вентиляционных отверстий для охлаждения электроники, и на нижней грани по центру можно увидеть кнопку включения и отверстие микрофона. Комплектация довольно-таки богатая, которая включает в себя внешний блок GPS, адаптер питания с дополнительным разъемом USB, резиновые хомуты крепления, монтажный набор и кабель задней камеры, задняя камера и карт-ридер. Адаптер питания с проводом около 3 метров, что позволит его скрытно разместить под обшивкой салона. На блоке питания можно увидеть дополнительный разъем USB для питания внешних устройств. Внутри размещается сменный предохранитель, который также присутствует в комплекте поставки. Блок GPS внешний и его установку внутри салона можно произвести в любом месте, куда хватит длины провода. Экран занимает всю поверхность зеркала и может работать в нескольких режимах, при этом выводя на экран изображение с основной камеры, разделение экрана на отображение основной и дополнительной камеры, либо режим парковки только задняя камера. Основные настройки производятся через встроенное меню, оно выполнено полностью на русском языке и интуитивно понятно. Разделено на три подсказки. Страницы, которые отвечают за настройки качества видеозаписи, собственные настройки устройства и GPS-информатора. Управление и краткую настройку видеорегистратора можно осуществить с фирменного мобильного приложения. Подключение осуществляется с использованием Wi-Fi связи. После подключения можно обновить прошивку или базы данных камер. Удобство мобильного приложения заключается в том, что можно посмотреть отснятый материал и также загрузить его на смартфон для дальнейшего использования. Мультикамера. На 60. Камера на 40. Камера на 60.
Видеорегистратор станет надежным помощником на дороге, поможет прояснить детали ДТП и предупредить об установленных камерах. Напишите в комментариях, как вам этот регистратор. Ну а на сегодня это все. Пока.